Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Представляю вашему вниманию вторую часть по сборке автомобиля Тайфун от фирмы Таком в 35 масштабе. В этом видео я подготавливаю детали к покраске, собираю в основном внутрянку, ну и небольшие элементы верхней части корпуса. Это такие как люки, для того, чтобы их можно было покрасить изнутри. Детали аккуратно срезаю кусачками, потом аккуратно обрабатываю, все подготавливаю полностью к покраске, собираю, прикидываю. Ну, все это, если вас интересует, можете увидеть в данном видео. Хочу, друзья, заметить, сборка идет отлично, модель собирается без каких-либо проблем, все становится на свои места. Вот небольшую ошибочку я совершил, хотел поэкспериментировать и приклеил деталь не согласно инструкции. После этого начал подгонять верх корпуса снизом
И все-таки я решил переклеить деталь правильно и переклеил ее к верхней части корпуса, так как ее там надо было правильно подогнать. Сейчас это вы увидите на видео, как я переделывал, и поймете, что я сделал не так. После того, как я прикинул, как становится кресло, как выглядит вся внутрянка, посмотрел, все ли сделал, начал стыковку и вижу, что она у меня не хочет становиться ровно, так как немного деталь пошла под уклон и немного упиралась в верхнюю часть. После этого я ее вырвал и вставил в верхнюю часть, при этом правильно подогнал. И все отлично, без каких-либо проблем соединилось. Верхняя и нижняя часть стали на свои места. Соединив верхнюю и нижнюю часть, хочу вам, друзья, показать, что все соединяется отлично, нету никаких щелей. Все полностью становится на защелке, как бы не защелке, а на щелчок. Но надо пальцами, конечно, держать, и когда будете склеивать, все аккуратненько, понемногу проклеивайте клеем, чтобы щелей не осталось, чтобы все хорошо схватилось на клей. Даже я смотрел на многих форумах, люди писали, что спереди видна какая-то щель. Ну, у меня все хорошо стыковалось, без каких-либо проблем. Но опять же, после того, как я выровнял внутри все перегородочки, все детали. Ну и теперь подготовил все под покраску, довольно красиво все хорошо смотрится. Ну и на этом буду заканчивать видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами на канале. До новых встреч!